этот спорт ведут две дороги. Кто-то пришел из мотокросса, кто-то пришел сразу в аквабайк. Это наша страсть. И хотя он не из дешевых. Вот это однокомнатная квартира в Москве. Требует больших физических сил. Выносливость нужна просто колоссальная. Добиться победы тут могут даже дети. Они бесстрашные, они выжимают полный газ. Тем более, что детских аквабайков нету. Они ездят на точно такие же, как у нас. Автопати. 5 сентября в 22:00. Только на Авто24.